Всем привет! Народный артист РСФСР Александр Ширвин заявил, что уходит с поста художественного руководителя Московского академического театра «Сатиры». Он уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы. О своем решении Александр Анатольевич сообщил в ответ на вопрос о сложившейся ситуации в театре. «Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся вести этот ВОЗ. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долгое терпение и покидаю должность», — заявил артист. Пока неизвестно, кто займет место Александра Анатольевича. Сам Ширвинд выразил глубокую надежду, что еще будет принимать участие в судьбе родного театра и продолжит работу в каком-то другом амплуа. Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром, отметил артист. Добавим, что Александр Ширвинд руководил театром «Сатиры» с 2000 года, он является полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Еще в прошлом году Александр Анатольевич решительно опровергал все слухи о своем уходе с поста. «Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда, на тот свет или в другое место, не знаю», — рассказывал актер. К счастью, Ширвинд чувствует себя прекрасно и окончательно прекращать работать не собирается. Многочисленные почитатели таланта знаменитого артиста с нетерпением надеются, что все происходящее ненадолго и Александр Анатольевич вернется в свое привычное кресло. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!